Оксана Михлина до сих пор не отошла от событий субботней ночи. В 3:30 ее разбудили крики о помощи и громкие разговоры соседей. Женщина сразу же выбежала на лестничную площадку. Как оказалось, горит квартира напротив. Там люди. Сосед пьяный привел друга. Тут они выпивали, поругались. Произошел пожар. Сигарета упала в кресло, кресло загорелось, и кричали о помощи, разбивались окна, люди все повставали, МЧС вызывали. В доме на Ульяновской огнеборцы оказались спустя пару минут, бросились в самое пекло. Один мужчина находился в сознании, другой нет, его госпитализировали. Приятели чудом остались живы. Черные стены и деформированная дверь – первое, что бросается в глаза. За ними не менее жуткое зрелище – обгоревшие вещи, мебель и остатки горе-вечеринки. Еще одно ЧП произошло на Гагарина. Сообщение сотрудникам МЧС поступило в 10:30. Здесь горела квартира на втором этаже. На полу в коридоре спасатели обнаружили 63-летнего жильца. Вопрос 19. Есть признаки жизни? 103 необходимо. Мужчина получил ожоги 50% тела. Его забрала скорая. Жизнь пострадавшего висит на волоске. В результате пожара повреждено некоторое имущество, мебель, закопчены стены. Причина выясняется. Не исключено, что в обоих случаях ЧП спровоцировала непотушенная сигарета. Это одна из самых распространенных причин гибели людей на пожарах. В Бобруйске с начала года огонь унес жизни уже 9 человек. А ведь предотвратить непоправимую трагедию могло соблюдение элементарных правил безопасности. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.